Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый мультикран на 12 криптомонет. Вывод сразу идет на Faucet Pay. Регистрация и авторизация здесь наипростейшая. Вводите email адрес, который привязан к Faucet Pay. От Faucet Pay. Кликаете логин. Все. Попадайте на такую страничку домашнюю. Мультикоин Faucet. 13 криптомонет, друзья. Ниже статистика выплат. Это не мои выплаты, это всех участников, которые здесь работают. Последние выплаты. Значит, домашняя страничка. Здесь нет вкладочки вывода. Так как инстант, мы собираем монетки, и они сразу поступают на Faucet Pay. Всего две вкладочки. Дашборд и кран. Кликаем на кран. Значит, сбор производится один раз в 3 минуты. 13 криптомонет. И пока мы эти 13 криптомонет проходим, я думаю, 3 минуты всяк пройдет. Так что почти без таймера. Можно каждую. Смотрите, кликаем. По порядку пойдем. БНБ монетка. 31 БНБ Сатоха. Раз 30 минут. Разгадываем капчу. Лестница. И антибот. 7, 6, 10. Кликаем клейм. Разгадываем еще раз капчу. Это вот редко, вот это как бы такая проверка. Горы или холмы. Подтверждаем. Это была проверка, друзья. По новой. Бывает тут. Вот. Как бы такая проверка. Ну, кто работает с криптокранами на боксах, это все знают об этом. Малые трубы. Подтверждаем и антибот. Так что у нас 7-5. Клейм. И вот 31 БНБ Сатоха улетела на Faucet Pay. Окей. Значит, сразу под каждым краном находится реферальная ссылочка. Она на каждом кране одинаковая, как бы единая. Ну, находится для приглашения. Такая ссылочка на каждом кране. Следующий кран. Litecoin. 3 минуты. Собираем. 164 литоши. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Антибот. И клейм. И вот такое количество литош ушло на Faucet Pay. Идет таймер. Следующую монетку пошлите собирать. Солану. Так. Вот такое количество монет отправиться на Faucet Pay. Также разгадываем капчу. Антибот. Видим, да, я собираю вот это по порядку, иду без таймера. Но на этот же вот я собрала вот эту Солану. Сюда я могу вернуться только через 3 минуты. Потому и говорю, что почти без таймера. Давайте биткоин соберем, посмотрим, сколько там дают биткоина. Тут вообще биткоин по нулям. За 1000 клеймов можно сделать ежедневно. Смотрите, по нулям. Биткоин. Ладно, давайте 3x. 3x, вот такое количество монет.
скважина и антибот 7, 4, 6. Отправилась на Faucet Pay. Ну давайте еще одну монетку. Какую тут соберем? Dogecoin есть, да, что? Биткоин что-то по нулям. Давайте Ethereum. Вот такое количество монет отправится на Faucet Pay. Ежедневно 1000 клеймов можно сделать. Так, да. Дымовые трубы подтверждаем. И антибут. Клейм. Все. Также, как я сказала, под каждым краном находится реферальная ссылочка. Она одинакова везде. Переходим на Faucet Pay. Я вот с него уже собирала. От мультикоин Faucet Solana собрала. 3x вот они мне приходили. Также я перезагружаю страничку. Опускаемся. И что у нас значит? Смотрите. Мультикоин. А, я начинала с BNB, да? Вот, 2 раза у меня вышло мультикоин Faucet. Потому что там как бы проверка была. Вот 31 сатоха. Еще 31. Потом лайткоин пришел, видим, вот оно. Далее Solana пришло. 3x. И Ethereum я последний. 5 октября. Вот они. Все монетки пришли, поступили. Согласитесь, неплохо, да? Так что платит инстантом. Заходите, работайте, собирайте. Вот. И почти без таймера. Вот такое количество Dogecoin'ов. Вот. Пока не устанешь. Тоже 1000 клеймов. Значит, что у нас здесь? 6, 4, 9 клейм. Инвалид антибот. Ну, здрасте, что-то я не того сделала. Подтверждаем. Клейм. Все. Такое количество отправилось в Dogecoin на Faucet Pay. Переходим. Перезагружаем. И вуаля. Мультикоин Faucet, Dogecoin. Такое количество пришло 5 октября. Ну и все. Здесь больше как бы и нечего такого добавить. Все, что могла, показала. Реферальная ссылочка, кому надо. И возвращаемся на домашнюю страничку. Ну, вот как-то так, друзья. Вот. Ну, народу здесь, наверное, предостаточно. Работайте, зарабатывайте. Здесь выход. Если мы... Ну, он нам не надо. Вот. Абсолютно без вложений. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.